Категории юниоры 1. Сразу с финального тура начинаются выступления пары этой возрастной группы. Поэтому болельщики сразу же громко их поддерживаем, аплодируем, помогаем. Уже этим утром мы узнаем, кто же станет победителем чемпионата города Минска в латиноамериканской программе возрастной категории юниоры 1. Первый танец финального тура – танец «Ча-ча-ча». I'm gonna fight them all. The Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night, because I can't forget. Everyone knows about it, from the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch you coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. Спасибо. Болельщики, давайте приветствовать финалистов. На сегодня первые соревнования после долгого-долгого перерыва. Соскучились и спортсмены. Я уверен, болельщики тоже истосковались по громким аплодисментам, поддержке и по танцу своих любимых танцевальных дуэтов.